Задача 26642 из открытого банка задания ЕГЭ по математике. Для приготовления вишневого варенья на 1 кг вишни нужно 1,5 кг сахара. Какое наименьшее количество килограммовых упаковок сахара нужно, чтобы сварить варенье из 27 кг вишни? Рассуждаем следующим образом. На 1 кг вишни требуется 1,5 кг сахара. 1,5 килограмма сахара. А на 27 килограмм нам нужно 27 килограмм вишни. В 27 раз больше, естественно. На 1 килограмм 1,5, а на 27 килограмм в 27 раз больше. То есть получается, вот если бы мы составили пропорцию, записали x килограмм, почему пропорцию в данном случае, конечно, составлять не обязательно, но если в другой задаче у вас будет другое количество килограмм вишни изначально, предположим. Например, 7 килограмм вишни. Вот здесь пропорция бы нам не помешала. Например, на 7 килограмм 1,5 килограмма сахара, предположим, а на 27 неизвестно сколько. Вот здесь пропорция бы нам не помешала. Ну а в данном случае, в простейшем таком варианте, если на 1 килограмм 1,5 килограмма сахара, то значит на 27 килограмм в 27 раз больше. Поэтому давайте сразу запишем количество сахара, которое нам необходимо. То есть вот это все не будем написать, а сразу запишем. Для данной задачи мы запишем сразу, что нам необходимо первым действием найти количество сахара путем умножения 27 килограмм на 1,5. Потому что на 1 килограмм вишни 1,5 килограмма сахара, а на 27 килограмм вишни в 27 раз больше. Значит, мы 27 умножаем на 1,5. Вычисляем. Как умножить? Можно, предположим, так умножить. 27 перепишем. А 1,5 представим как 1 плюс 0,5. Ну, 0,5 это 1/2. Вот так вот. Плюс 1/2. Раскрываем скобки. Получаем 27 плюс 27 умножить на 1/2. Это все равно, что 27 разделить на 2. То есть мы должны 27 разделить на 2. Это получается 13,5. Складываем. 27 плюс 13,5 будет 40,5. 40,5 килограмма. Таким образом, нам необходимо на 27 килограмм вишни 40,5 килограмм сахара. Второе действие. Второе действие. В принципе, здесь даже не нужно второе действие. Просто нужно внимательно посмотреть на то, что у нас получилось. У нас получилось 40,5 килограмм. А нас спрашивают, сколько килограммовых. Килограммовых это значит 1 килограммовых. Пачек сахара нам необходимо. Теперь нам необходимо вот это число округлить до целого в большую сторону. Почему? Потому что 40 пачек по 1 килограмму. Это будет 40 килограмм. Нам не хватит. Нам нужно 40,5. Поэтому нам необходимо купить 41 пачку. Ну и еще пол пачки, то есть пол килограмма у нас останется. Поэтому в ответ мы должны записать число 41. Пишем ответ. Ответ. 41 пачку по 1 килограмму нужно купить. Задача решена.